В региональном следственном комитете по материалам, предоставленным областным управлением ФСБ России, расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин, подозреваемых в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. По версии следствия, у потерпевшего имелись долговые обязательства перед одним из подозреваемых. Последний с целью взыскания с потерпевшего задолженности, а также получения процентов за пользование денежными средствами, предоставленными в долг, 19 июля встретился с потерпевшим в людном месте на территории города Твери. Под обманным предлогом он пригласил потерпевшего в свой автомобиль, после чего, заблокировав двери, отвез его на пилораму, расположенную на территории Калининского района Тверской области, где совместно с подельником удерживал потерпевшего против его воли. 20 июля, после выполнения требований похитителей, передачи им денежных средств взамен на освобождение потерпевшего, последний был отпущен. Подозреваемый задержан тверскими сотрудниками ФСБ при силовой поддержке регионального управления Росгвардии. В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение. В Твери на улице Корыткова автомобиль «Хина» наехал на припаркованный полуприцеп. Пострадал водитель «Хина», мужчина 69-го года рождения. Пострадавший доставлен в больницу. В Калининском районе на автодороге Глазково-Мухино столкнулись две машины. Не справился с управлением водитель Грет Волла. Иномарка врезалась во встречный «Шевроле Ланас». Пострадала женщина, водитель «Шевроле». С серьезными травмами женщина доставлена в больницу.